Сейчас сидим в кафе, отдыхаем, и просто зашел разговор, хотел бы поделиться этим разговором и с вами. Когда-то, много лет назад, я летал в Таиланд и отдавал за всю семью около 100-150 тысяч, наверное, просто за отпуск небольшой, 10 дней, где-то так. Если один день вдруг или два дня по какой-то причине пропадали, например, отравился и плохо себя чувствуешь, или заболел, один раз уже ангина была, и это все, очень, конечно, обидно и печально, да? Вот. Сейчас я могу сказать, что здесь, в Таиланде, можно жить за очень-очень небольшие деньги. То есть квартиру можно снять, получается, хорошую квартиру, классную, в хорошем месте, за 500 рублей. И можно, более того, и поторговаться. Сейчас наведется резкость меня. Получается, что в месяц вы будете платить за квартиру 15 тысяч, а то и меньше. Нам предлагали недавно за 10 даже снять. Но мы снимаем дорогой дом, я бы сказал так, большой. А в принципе, можно снять квартиру, я говорю, за 15 тысяч в месяц. Информация для тех, кто снимает квартиру в Подмосковье. Подумайте, я здесь могу снять квартиру за 500 рублей в сутки с видом на море. До моря будет рукой подать, то есть камнем докинуть можно, если далеко кидаете. Плюс к этому питание. В принципе, купить картошку, помидоры, огурцы можно вот на каждом шагу. Приготовить это у себя. То есть реально получается жить здесь гораздо дешевле. Особенно если у вас нет своей квартиры в России, или вам приходится снимать. Как бы задумайтесь над тем, что не карьеру надо выстраивать, а может быть надо выстраивать какой-то бизнес так, чтобы можно было его вести и жить как нормальный человек. Здесь же нет пыли, здесь прекрасный климат, прекрасная обстановка, здесь хорошие, добрые люди. Здесь у любого пострадавшего восстанавливается и тело, и душа. Подумайте на это тело.